Адвокаты Барлыка Миндагазиева продолжают настаивать на изменении ему меры пресечения. Накануне они подали повторное ходатайство. Напомню, сейчас предприниматель находится под арестом за нарушение подписки о невыезде. Помимо этого, защита требует, чтобы повторную экспертизу проводили не эксперты Института судебной экспертизы по Западно-Казахстанской области, а другой территориальный институт. Объясняет это недоверием к эксперту. По закону на рассмотрение ходатайства отведено 3 суток, поясняют адвокаты. Если итог будет отрицательным, они планируют обжаловать его уже в областном суде.